И всем привет, дорогие друзья, с вами Limestone, и сегодня мы играем в голодные игры на проекте Hypixel. Я уже выбрал себе класс, а именно лучника, и мы побежали. Мы побежали к этим сундучкам, чтобы взять из них все ценные вещи, да. И это именно так, и все, я побежал туда, потому что там я видел ценный сундучок, да, вот и он. Ну же, пожалуйста, каменный меч. Ах, нет, каменного меча нету. Нету меча вообще, пипец какой. Блин, нужно срочно обзавестись мечом, без меча вообще плохо. Уже, уйди от меня, мои вещи. Тут все мое. Все, ну тебя нафиг. Так, вещи, вещи, вещи. Меня интересуют вещи. Ах ты ж! Меч, меч! Yes! Все, тебе капец, парень, капец! Ха-ха-ха! Уходи! Лучше беги, просто беги, парень. Так, все, лук есть. Отлично. Так, полный сет. Супер. Просто супер. Даже железный слиток есть, что бывает достаточно редко. Еще реже попадаются их два. Да еще с палкой. О, каменный меч. Хорошо, что тот парень не додумался его взять. Было бы очень печально. Так, ладно, друзья мои. Так, не палим, что у нас есть меч. Мы мирные, у нас нет никакого меча. А вот и есть. Да, у меня есть меч. Я тебя забил. У меня алмазный какой-то там меч. Нифига себе. Да, только он полуразбитый нафиг. Бывает же такое. Ну ладно. Так, стрелы, стрелы. Вот сюда, чтобы я видел, сколько их в принципе. Так, побежали, побежали, побежали. Пузырьки. Так, ближайший враг у нас там. А, вот и он. Ну-ка, стой, парень. Уйди от меня. Все, уйди. Уйди от меня, отлично. Уйди от меня, отлично. Так, хорошо. А, господи, куда я хотел идти? Все. К зачаровальному столику, но сначала вот сюда, к сундучку. Так, вот это сюда, и это сюда, и это тоже. Так, рыбу, верни рыбу. Так, хорошо, все, полная концентрация. Ничего не пропускаем и не упускаем. Кстати, где весь мой опыт? Я на себя столько опыта накинул. О, да, эй, стой, 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 нифига себе, ты изворотливый. Ну-ка, иди-ка сюда. Нифига себе. Парень, ты вообще чего тут удумал? Блин. Так, надо его добить. Не хочу иметь лишних соперников, знаете ли. Стой! Ты не пройдешь! Да что ж это за такое? Стой! Ты все равно не пройдешь. Ну ладно. Так, а тут у нас что? По-моему, отсюда я выходил. А, нет. О! Еще стрелы. Отлично. Так, ну-ка, тут у нас что? А, ничего. Это сразу видно. Так, и все-таки, сколько у меня стрел? Давайте вот это наденем, пока есть время. И скушаем морковочку. Да, кушаем. Так, хорошо, что еще есть? Говядинка. Отлично. Так, все, теперь надо собраться. Что-то пока мне не фартит. Ну, точнее, мне фартит очень сильно. Блин, у меня алмазный меч в инвентаре. Но что-то я убить никого не могу, и это немножко печалит меня. Так, где ближайший враг? Вот что меня сейчас интересует. Он где-то там. А, вот и он. Притаился, значит? Да что ж это такое? Вообще не могу ни в кого попасть. На тебе. Наконец-то. Счастье, мир, добро и процветание. Так, парень. Точнее, вас несколько. О, блин, это Блейз. Блин. Сходил за хлебушком. Теперь еще его убивать. Он телепортировался. Значит, там находится его хозяин. Наверное, это он. Это он его хозяин. Надо его гасить первым. У него даже железный меч. Блин, ну давай. Стрела. Стрела, попади. Попади, пожалуйста, друг, стрела. Нарвался парень на алмазного... На алмазного кого-то там. На алмазный меч, короче, нарвался, да. Иди сюда. Иди сюда, ко мне. Ну же. Да что ж ты такое? Не хочет со мной побеседовать. А почему ты не хочешь со мной беседовать? Это очень приятно, знаешь ли, иногда поговорить о том, о сём. Надо валить его первым. И последним, тогда уж. Все, теперь тебе точно капец. Всего 6 жизней. Ты не уйдешь от меня, не уйдешь. А нет, уходит постепенно. Так, так. Напряженная битва. Хотя какая битва? Мы бежим, как сумасшедшие куда-то там. Все, умирай. Вот тебе. Яс. Яс. Все. Удачи сегодня точно на моей стороне. А, что тут ценное? Блин, у него, походу, не было все-таки железного меча, мне показалось, это был каменный. Но, блин, капец, сколько вещей. Да, и ценного вроде ничего нет, у меня все то же самое. Зато ботиночки, да. А, нет, был железный меч, я был неправ, каюсь. О-о-о, да-да. И то ли он отрезался, то ли это новый, но это алмазный меч, да. Так, сейчас мне должно повезти. Получай, парень, получай!
Получай, получай, получай. Умирай, умирай, умирай. Ага, вот так вот. Все, отлично. Теперь надо немного покушать. Отрезать жизни. Так, посмотреть на стрелы. Хорошо, все. Все, отлично. Еда есть. Меч есть. Надо положить поближе алмазный. Фух, отлично. Так, сейчас надо зачароваться. Надо зачароваться. Десматч, десматч. Я не могу сфейлиться на десматче. Я должен победить на нем. Давай, третий. Отдача. Это не то, на что я рассчитывал. Но да ладно. Ничего, нормально. Может быть, сейчас успею убить одного врага. Пока его нету. Точнее, пока не начался десматч. Почему пока его нету? Нет. Ой, он высоко. Его не достать. А, нет, достал. Я попал в него стрелой. Вот это круто. Так, ну же. Ну да, сейчас они появятся. А вот он. 6 жизней? Не, парень, у тебя большие проблемы. А у него еще больше. У него нет брони, в принципе. Ну все, ребят. Аливидарчи. Аливидарчи, аливидарчи, аливидарчи. Это даже скучно. Ну что это такое? Зачем? Зачем ты пытаешься меня убить? Ради чего? Ну, вот я и выиграл. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал. С вами был Лаймстоун. Всем удачи и пока-пока-пока.